Молодые профессионалы Свердловской области съехались в Первоуральск. Он стал центром соревнований профмастерства WorldSkills. Как готовятся к престижному чемпионату и почему выбрали именно наш город, расскажем в сюжете. Эти детали от сломанного редуктора, и их необходимо восстановить в прежнем виде. Здесь в буквальном смысле важна каждая деталь. Ее способны воссоздать даже без чертежа по готовому образцу. Электронные глаза сканера помогут разглядеть мельчайшие нюансы, а полученный на мониторе результат распечатает 3D-принтер. Справится за 4 часа, израсходовав несколько метров специального пластика. Даются части деталей, их надо собрать, потом изготовить твердотельную модель. Я думаю, участие в этих соревнованиях будет полезно, потому что мы набираемся опыта, и в дальнейшем он пригодится. Студенты программы «Будущее белой металлургии» участвуют в региональном этапе чемпионата WorldSkills. Это престижные соревнования профмастерства для молодых профессионалов. Часть состязаний пройдет на базе образовательного центра группы ЧТПЗ. Мы являемся центром компетенции Свердловской области, то есть оснащение площадки согласно технического описания компетенции только у нас в Свердловской области, поэтому мы являемся организаторами. Одна из дисциплин, или, как здесь говорят, компетенции состязаний, называется аддитивное производство. Если проще, это и есть восстановление деталей. Также будущим белометаллургам предстоит проявить себя в робототехнике, промышленной автоматике и монтаже. А это и сварка, и чтение чертежей, и работа на токарном станке. Мне предложили, и я захотел попробовать себя проявить, как бы узнать, на что я способен, и как бы вот в дальнейшем пробовать все в этой сфере. На региональном этапе чемпионата будущим белометаллургам предстоит соревноваться с представителями Каменско-Уральского, Камышлова и Верхней Салды. Участники из этих городов сегодня приехали в Первоуральск и побывали на экскурсии в образовательном центре, где намерены бороться за медали. Очень хорошая площадка, все понравилось. Новейшее оборудование, круто. Показали новые станки, фрезерный станок, токарный станок. Посмотрел на полуавтоматическую сварку. Соревнования завершатся 12 февраля. Их победители получат возможность проявить себя в следующем, общероссийском этапе чемпионата профмастерства. Николай Свердлов, Алексей Вербицкий и Денис Крамцов. Новости Первоуральск.